Всем привет, дорогие друзья, и это 7-я посылка по сборке Мустанга Элеонор. В ней 4 номера и 4 комплекта деталей и один журнал. Сейчас посмотрим, какие детали пришли, и приступим к сборке. Один журнал и 4 комплекта деталей. Это металлическая часть, это у нас, видимо, тут не написано. Значит, это металлическая часть, видимо, куда сиденье будет устанавливаться, какая-то часть кузова, это, видимо, часть салона, продолжение сиденья и еще какая-то деталь, это у нас привод, получается, переднего или заднего колеса, не знаю. Давайте сейчас это все открою. Сразу достану сиденье и ту часть кузова, которую мы собирали в предыдущей посылке. Видимо, это будем устанавливать уже именно... Ну, сиденье соберем воедино, а это именно на часть шасси. Итак, ну что ж, приступим к сборке, начнем с сиденья, сразу возьму, так, это чтобы не мешалось, сразу возьму ту часть, которая нам понадобится, винты и само сиденье. Оно состоит из двух половинок, и нам надо только его собрать и закрутить. Если вы вдруг забыли, ну, собираете два сиденья, у вас много номеров сразу, то на каждой детали написано, какое это сиденье и какая ее часть. То есть написано right, то есть R, то есть правое сиденье. Сиденье у нас готово. И теперь приступим уже к сборке всех остальных частей. Так, приступим к сборке деталей побольше. Мы берем часть рамы, часть шасси, и нам надо установить вот эту деталь, то есть увеличить ее в длине. И по сути все, сборка вот еще одного номера закончена. Теперь мы установим обшивку. Она ставится сюда и закручивается такими же винтами. Теперь я это закручу отверткой помощнее, мне просто не особо удобно тут, если так. Поэтому сейчас я быстро закручу и приступим дальше. Так, винты я закрутил, вот что у нас выходит. Очень прикольно, кстати, выглядит, такое вот цельное. Это мы, видимо, пока откладываем. Дальше нам надо взять, это дифференциал идет, и накрутить два винта. И по сути все, больше нам делать, так сказать, нечего. Видимо, мы потом будем устанавливать это куда-то сюда, но пока, как по инструкции, мы ничего не делаем и оставляем это все как есть. И вот закончили мы сборку 7-й посылки с 23 по 26 номер. Вот что у нас вышло, мы полностью собрали сиденье, мы увеличили, значит, заднюю часть шасси. То есть мы сейчас еще немного салона добавили
И мы оставили как раз детали, то есть дифференциал и ось на следующие сборки. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Спасибо, что посмотрели. Обязательно оцените его своим лайком. Напишите комментарий, что вы думаете по этой модели. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Андрей, и до новых видео. Всем пока-пока.